Мы просим показать предметы, все. Ну, а мы просим отжаться и все. Вы не просите, выставляете как? Полиция. Здравствуйте. Здравствуйте. Старший сержант Воробьев, ваш документ, пожалуйста. Закон о полиции. Не изучайте закон о полиции. Да, не тщательно. Плохо, плохо. Вы обязаны это изучить. Причину надо. Да, просто покажите мне основание. Он срабатывает. Тут у них свой закон. Свой закон. Полицейский, ну молодец, я рад. Я не сдержался, заржал, извините. Продолжайте. Вы так считаете, как частная территория? Если что-то пойдет на YouTube, я на вас возбуждаю уголовное дело. А по какой статье уголовное дело, простите, пожалуйста? Вы выложили меня в интернет. Не-не-не, статья какая, номер? Чтобы я санкцию просто загуглил. Просто если там немного, то я отсижу. Дмитрий Викторович, я думаю, надо уже заканчивать как-то, вам не кажется? Ну, у нас тут работа. Не, ну что вы цирк устраиваете? А что за цирк? Почему цирк? Не все знаю. Согласно закону. Ну, если вам нравится, как хотите. Да. Если вы получаете удовольствие от ограничения прав граждан. Если вы действительно думаете, что там что-то как бы такое. Ну а что тогда молодой человек скрывает? Ну, вы реально думали, что... Нет, думаете, что тогда молодой человек скрывает? Ну, не знаю, может, вы что-нибудь скрываете. Вы можете до трусов раздеться? Мы можем с вами пройти, но никто не заставляет раздеваться кого-то. Просто показать предмет, и все, на который сейчас срабатывает ручной. Сейчас мы обсудим с ребятами. Да. Володя, а вот смотри, вот ребята просят, мы можем как бы им пойти навстречу, да, я думаю, показать предметы, да? Если, я думаю, но просьба на просьбу, могу. Ничего так, ну, да ваш уже я видел, давайте, большое, все, Дмитрий, спорта. Согласны? Давайте мы просим вот этих людей, да, вот раз, два, три, четыре, отжаться, ну, по десяточке, да? Так, и мы показываем им все, что они захотят, ну, имеется в виду вещи, я вообще не сравниваю. Согласны? В принципе, Володя. Больше-меньше Александра предмет. Я не могу узнать. Не можете? Володя. Вот плохая память. Вы только хвалили. Мы, в общем-то, пришли, можно сказать, почти к консенсусу, да? Вот Дмитрий согласен, то, что если ребята по 10 раз отожмутся, то, в принципе, просьба на просьбу можно. На улице. В севере? Ну, зачем на улице? Там грязно. Да, здесь зачем? Значит, ну, там же на кулаках. В луже. Потом зачем на кулаках в луже? Ну, я не знаю, зачем. Не надо, нет. Зачем мы так пацаны? Мы не хотим унизить ваше человеческое достоинство. Нет, вы унижаете, вы заставляете нас отжиматься. Не заставляем. А то есть идем основание. А показать сумку? Это договорные условия. Никто не просит показать сумку. Вообще даже никто не. А я вам это с точки зрения безопасности сейчас обосную. Хотите? Вы заставляете нас отжаться? Нет. Смотрите, мы должны быть уверены. Мы не заставляем, мы просто предлагаем. Вот. Дело в том, что мы думаем, что мы вам откажем такого вашего предложения. Ну так, понимаете, еще? Дело в том, что мы можем с точки зрения безопасности вам обосновать. Вот дело в том, что мы, допустим, хотим быть уверенным в том, что охрана у нас защитит. Правильно? А не охранник должен быть в спортивной форме, в хорошей, правильно? Физической. Ну, должен же быть. Я уверен в своих сотрудниках охраны, они физически в хорошей форме. Вот. А я уверен, допустим, в этом человеке. Смотрите, я уверен, вы не что... можете их задавать. Да, а я не задаю, а я вам предлагаю. Зачем заставили? Ну вы заставляете. Нет, я предлагаю вам. Вы давай на уговор. Сказали, что? Давай отожмись. Нет, я не хочу. Смотрите, мы хотим проверить вашу безопасность на вашу тренированность. А вы хотите проверить человека на наличие запрещенных предметов. Ну там, к проносу, да, там всякого оружия и прочего. Правильно? Мы не просим. Мы просим показать предметы, все. Ну, а мы просим отжаться и все. Вы не просите, вы заставляете как бы. Ну как мы вас... Ну, я не знаю. Дмитрий, вы взрослый же человек. Пришли, заставляете. Да нет, ну вы что? Отжиматься. Мы же вас... Ну, просьба на просьбу, как договор. Какая просьба? Сделка. Ну что, на рынке, что ли? В смысле? Ну, смотрите. Мы приходим к выводу... Мы сейчас торгуемся. Да, торгуемся, правильно. Чем? Вот. Мы не на рынке. Смотрите, мы не на рынке, правильно. Но в заведении, где торгуют. Правильно? А вы заставляете нас отжиматься. Ничего никто не вас понимает. Не заставляет. Это есть договор. Какой договор? Договор между есть кем? Договор. Между вот этим человеком и вами, нами, молодой там, не знаю. Представится тогда, чтобы заключить с ним договор. Сейчас в письменном виде заключим договор. Зачем нам эти формальности? Да, формально. Все должно быть официально. Вы же по закону. А можно и устный договор? Это же не на деньги. Устный нет. Устный такого нету. Да, до 10 тысяч рублей можно даже на деньги. Да вы что говорите? Нет такого. По гражданскому кодексу вполне. Нет, устного. Устного. Нет. Если мы подписываем договор в письменном виде. Нет, в письменном виде. Оформляете? Будем оформлять? А хотите? Может, а что нам? Оформим, да. На условиях того, что 10 раз отжимаетесь, и мы тут же показываем вам все содержимое карманов, сумок и прочее. Вот этот человек конкретно, да? Сначала молодой человек, пусть представится, я даже не знаю, кто. Ну, вы согласны? Если вы согласны, он представится, правильно?
Сначала давайте познакомимся. Вы же спрашивали у меня документы, я вам показывал. А я вам должен представляться или что-то еще? Ну, это ваше право, видите. Ну, видите, просьба на просьбу. Да. Он у меня документы попросил, я ему предоставил, а он свои не предоставил. Просто обязаны, видите. Смотрите, обязаны. Значит, есть какой-то подвох. Молодой человек что-то скрывает. То есть предмет он не показывает. А вы можете договор заключить данные, с Володенькой? Данные свои. Он... Зачем мне Володя? У меня к Володе вопросов вообще никаких нет. Володя красавчик. Володя иди. Ну, поэтому не можем понять, вдруг нарушение 150 закона об оружии. Володя! Кто не хочет? О, полиция. Здравствуйте. Здравствуйте. Старший сержант Воробьев, ваши документы, пожалуйста. Слушаю вас. Это я вас слушаю. Дело в том, что есть пункт 4 статьи 5 Федерального закона о полиции. Вот я слушаю, пока вы его исполните до конца. Он представился и попросил вас предъявить документы. Вы за него будете говорить? Да. В чем проблема? Проблема в том, что дальше нужно кое-что сказать. Там вот несколько пунктов. Действительно, вы назвали свое специальное звание, должность, правильно? Там и фамилию, правильно? Да. А там еще кое-что есть. Ну, вы же полицейский. Закон о полиции. Не изучаете закон о полиции. Не тщательно. Плохо, плохо, вы обязаны это изучить. Смотрите. Дело в том, что там в четвертом пункте есть еще сказать цель и причину обращения ко мне. А, это разумеется. Вы не предъявляете предмет. Не я, вы не поняли. Я-то ко мне вопросов нет. Вот это молодой человек. Я не знаю, как бы. Пожалуйста, здравствуйте. Старший сержант полиции Воробьев. Рашевского ОВД. Предъявите, пожалуйста, предмет, который срабатывает на сигнализацию. Это цель. Причину забыли. Нет, причину. Я подсказываю, это причина. Причину надо. Просто покажите мне основание. Он срабатывает. Тут у них... Свой закон. Полицейский, ну вы молодец, я не рад, я не сдержался, заржал, извините. Продолжайте. Сержант Воробьев. Продолжайте. Мы вам дадим. Вы мне уже подрубили, вы в курсе? Как? Я, во-первых, старший сержант. А, старший сержант, простите, ну, я не разбираюсь в звании. Ну, вот. И память у меня плохая. Дело в том, что полицейский Воробьев, мы вам можем дать несколько минут времени, чтобы вы как-то подумали, прежде чем что-то делать, правильно? А то потом просто ваше руководство это будет смотреть, и вас могут привлечь к дисциплинарной ответственности уже сейчас. Вот на данный момент, из того, что вы сказали, я усматриваю несколько дисциплинарных проступков. Мы можем как бы об этом забыть, если вы подучите закон и немножко с другой стороны к этому подойдете. Можем вам дать некоторое время. Можете воспользоваться, можете нет. Как хотите. Вы полицейский, решайте сами. Олег, отойди, не мешай. Первое, я вам не тычу. Я тоже вам. Я говорю, Олег, отойдите. У вас камеры снимают. Мне тыкать не нужно. Я к вам обращаюсь на вы. Будьте любезны. Ко мне обращаться на вы. Он меня толкнул. Некоторое время. Можете воспользоваться, можете. Можете успокоить Олега, он буйный. Он сейчас ведет себя буйно. Чем он буйный? Он все время вот мне затылок свой подставляет и волосатое ухо. И в чем это буйный? Он препятствует мне. Он постоянно препятствует. Постоянно подставляет свою заднюю филейную часть. Зачем? Я ему сказал, я не гомосексуалист. Олег, отойди от меня. Ну, Олег, не надо предлагать себя. Я тоже. А что ты тут стоишь передо мной? Все время подставляешься. Что же вы мне тычете-то, Владимир? Я же вам уже раз просил. Второй. Я перестаю вас уважать после того, как вы так себя ведете. Когда вы так себя ведете, сейчас мне тычете, я тоже перестаю вас уважать. Нет, я к вам обращаюсь на вы. Как в детском саду, вы первый. Владимир, хорошо, я первый. Нормально, это плохо. Владимир, я первый. Я предпочитаю быть первым. Нормально, общайтесь. А почему? Это руководитель наш. Руководитель. Я вот настоятельно рекомендую общаться. Стоп. Александр, кстати, руководитель уже весь нервничает. Он уже по всем признакам выводится из себя. А что мне нужно? Мне нужно, чтобы он показал свое настоящее лицо. Сейчас была ширма, как и торговый центр «Хорошо». Сейчас охранник, хотел сказать, извиняюсь, старшая смена охраны, да? Он сейчас скоро уже покажет свое истинное лицо. Можете еще раз извиняться. Извините, пожалуйста. Пожалуйста, извините. Простите меня. Ой, мне что ли обращение надо сделать? Полицейский. У меня к вам обращение. Сержант полиции Бабахин. Как еще раз фамилия? Сержант полиции, старший сержант полиции Бабахин. Бабахин, смотрите. Как зовут? Александр. Александр. Александр, смотрите, дело в чем. Мы стали свидетелями того, что вот этого человека, соответственно, не пропускали дальше вот этих рамок, соответственно, незаконно, да? На выход. Не, на вход. На вход. Вот. А, смотрите.
И дальше, собственно, был такой, так сказать, словесный конфликт. И вот прибыли вот эти бравые парни, и они начали ограничивать движение данному молодому человеку. Дело в том, что мы хотели бы пройти вот с ним конкретно, покушать в Макдональдс. Вот. А данные люди нам не дают. Вот. И мы хотели бы, чтобы вы, вот в отличие от сотрудников Росгвардии, которые бездействовали сейчас, вы сказали, вы нам поможете. Ну, они, вернее, сказали, сослались на вас, что вы нам поможете. Мы хотели бы, чтобы вы обеспечили наши конституционные права и свободы, на свободу передвижения, там, покушать в Макдональдсе и прочее, да? То есть в данном случае вот эти вот люди, вот можно сейчас, Дмитрий, продемонстрируйте, пожалуйста, вот попытайтесь пройти, препятствовать ему в проходе. Вот хотелось бы, чтобы вы возложили на себя полномочия, которые мы на вас возложили, да, как общество, вот там физическую силу, специальные средства огнестрельное оружие, если понадобится, применяли для обеспечения наших конституционных прав. Вот. Не могли бы нам поспособствовать как-то покушать, а то кушать очень хочется. У охраны свой режим, если пропищал пакет, да, получается, через рот. Сработал металлодетектор. У них все с этим строго, поэтому надо показать, что у вас ничего нет, скажите, пожалуйста, предметов никаких. А вот мы в обществе живем по режиму охраны или по закону? По закону. И конституции. Действия закона не противоречат. Как не противоречит? Не противоречит, у них свой режим. Это же общественное место. Нет. Это считается как частная территория. Если что-то пойдет на YouTube, я на вас спускаю уголовное дело. А по какой статье уголовное дело, прости, пожалуйста? Вы выложили меня в интернет. Не-не-не, статья какая, номер, чтобы я санкцию просто загуглил. Просто если там немного, то я отсижу. Вот месяца три там я отсижу, вот так вот. То есть... Не-не-не, я не хочу, просто вдруг там вообще там штраф или там улицы помету, по пользу обществу принесу. Какая разница? Вы снимать не имеет права выкладывать. Да, выкладывать не имеет права, а снимать могут сколько это уже статья. Хорошо. Это то, что сейчас нарушает. Так, вот я к вам обратился, Александр, да? Вот, правильно, запомнил. Александр, так... обеспечьте нам пройти в Макдональдс, или мы не имеем права? А то есть они хотят, кого пускают, хотят, кого не пускают? Нет, у них свой пропускной режим, если в целях общественной цели безопасности вашего охранника объяснили. То есть они правы? Ну, вы могли бы показать им, что у вас нет ничего металлического и мы им, дело в том, что мы им предложили сделку, они отжимаются 10 раз, а мы показываем. Они не хотят, понимаете? Вот. А дело в том, что мы уверены в своей правоте, уверены в том, что они не могут ограничивать наши права и свободы, а именно свободу передвижения в общественном месте. Это же общественное место, правильно? В режим работы, да? Пропускного режима тут нет, как мы видим, да? Все спокойно входят и выходят. Вот. Это не пропускной режим. Соответственно, по закону ОЧОП и вообще по любым законам, они не имеют права нас ограничивать в том, чтобы входить, выходить во время работы данного заведения. Правильно? После работы, да, там мы вынуждены будем удалиться. Но дело в том, что нам нужно... пройти, вот. Воспользоваться 27-й статьей Конституции. Вот. Вы нам, собственно, как полиция, ну, вам напоминаю, для чего нужно? Для обеспечения наших конституционных прав и свобод. Для этого вам выдано огнестрельное оружие, специальные средства, физическое право на применение физической силы в особых случаях, правильно? Вот. Вы можете пользоваться этим, вот. Либо можете даже не пользоваться, а предъявить требования законно, да, основанные на законе. Не мешать нам передвигаться. В случае невыполнения, соответственно, задержать по 19.3, составив материал и как бы привлечь к ответственности. А то как это так? Правильно? Неподчинение закону. Да, но если они не подчинятся, соответственно. Да. Если они не подчинятся, то, соответственно, вы можете их уже спокойно оформлять. А вдруг подчинятся? Дело в том, что по закону они могут именно только просить, а требовать они не имеют права. Если вы отказываетесь, они должны вызывать полицию. Ну, не должны, если они видят в этом что-то противоправное, то да. Если бы мы тут с оружием там ходили, на кого-то направляли, да, это явно противоправно. Если бы мы тут матом ругались, да, там оскорбительно приставали гражданам, да, то, и, конечно, а то нам только пройти в Макдональдс, это и всего. Ну, нас они вот не ограничивают с Володей, да, вдвоем, а вот Дмитрия почему-то ограничивают. Хотя тут, ну, вы видите, как бы, что тут, ну, явно, да, что-то, вооружение какое-то, да, там, тактическое, мне кажется, да, ну, здравый смысл, надо иметь. Если заявите сотрудникам полиции, заявляете, что у вас там граната... В общем, Александр, действуйте. Я хочу убедиться, что у вас отсутствует... Помните, что вы с народом должны быть. Но если вы против народа, против Путина, вы так и скажите. Мы-то не будем на вас полагаться. Если вы за народ, то действуйте. Мы всегда вас поддержим, как говорится.
А если вы вот за вот этих вот людей, да, смотрите, обремененных интеллектом явно, вот, то, ну... Александр, мы можем умереть с голоду. Давайте как-то быстрее решайте, за кого вы. Я думаю, понимаешь, что личные вещи, они в каких-то уровнях, правильно? Он просто приведет. Так он, же тут стоит, он может подойти и провести в любой момент. Давайте я вам поясню, человек проходит отдельно через рамку металлоискателя, мы же не можем сейчас под них приводить, мы не имеем на это основания. Он сам проходит через рамку металлоискателя. Дайте мне металлоискатель, я проведу. Мы убеждаемся, что у него на себе, при себе отсутствуют запрещенные предметы, затем проводим по пакетам, ручным металлоискателем, убеждаемся, что не срабатывает металлоискатель. Дело в том, что человек согласен на ваши условия, при условии то, что вот ваши бойцы по 10 раз отожмутся. Мы проверяем, что вы действительно спортивные парни, способны нас защитить, и все. Ну хотя бы четверо, давайте, да, вот те. Провести, узнать, что у меня тут. Я вам только что озвучился, как происходит. Так, это примерно так же, как в аэропорту. То есть таким образом убедиться, что у него на теле отсутствие на одежде, в одежде, под одеждой, отсутствуют предметы запрещенных проносов. Короче, запрещенных оборудованных под одеждой Российской Федерации. Таким образом, точнее, проходит отдельно через рамку металлоискателя, пакеты ставятся на столик, не достаются оттуда ничего, потом проводится по пакету. Ручный металлоискатель убеждается, убеждаемся, что нет сработки металлоискателя. Welcome. Так вы согласны отжать? Вы заставляете или нет? Вы меня хотите заставить? Нет, я предлагаю вам. Сделка на сделку. Законных оснований, я считаю, нет. Для требования к нему этой темы. Он может либо выполнить вашу просьбу, да, либо нет. Соответственно, вы можете либо выполнить нашу просьбу, либо нет. Если вы откажете, вы не нарушите закон. Так как он отказывает, вы не нарушите закон. Он, вернее, не нарушит закон. Однако вы почему-то ограничиваете его в проходе. Я просто не понимаю, почему у вас какие-то больше привилегий, но, видимо, потому что у вас есть целая армия тут, ну, небольшая такая, вот, людей таких крепеньких, да? Вот. А у нас дело в том, что для защиты наших прав есть только полиция, но полиция, как мы видим, во-первых, да, во-первых, меньше, ну, как-то, но зато у них есть оружие, правильно, вот. А вот они как-то... Полиция попросила предъявить предмет. Вы отказали полиции. Ну, так законных оснований для предъявления нет. Так законных оснований для предъявления нет. Слушайте, ну вы же отказали нам отжаться, правильно? Отказали же? Или нет? Вы не отказывали отжиматься. Я не отказываю, вы можете здесь расположиться и отжиматься. Хорошо, я мы поняли. Вот полиция, дело в том, что они охраняют торговый центр, а вы как-то обязаны охранять нас, мне кажется, да, они правильно? Они всех охраняют. Помимо вас, так обеспечьте наши вас, права и свободы. Смотрите, делов-то. 55-я статья Конституции, которая ограничивает права и обязанности одних граждан, меньшинства, если при этом пытаются ущемить права большинства граждан. Вы до конца договариваете, обеспечивая установленные федеральным законом. Да? Да. Федеральный закон о полиции в том числе устанавливает. Ну, такое на ее основе все законы. Да. Я вам про 55-ю статью Конституции уже говорил здесь достаточно давно. Эх, ребята, не думайте о вот других посетителях, которые здесь находятся, дети, бабушки, инвалиды, вы вообще не думаете об этом, Владимир. Как же так-то, а? Попрошу бабушек, дедушек, инвалидов подать какой-то знак, что они тут есть и вообще, во-первых. А во-вторых, права их ущемлены нашим поведением. Бабушки, дедушки, инвалиды. Ну, Дмитрий, вы обманули. В очередной раз. И мама девочки пришла, которая кошелек. Ну, что, не буду вызывать. Кошелек отобрали? У девочки? Оставили. У девочки? Да. А я понял, а знаете, где его вытащили? Где? Наверняка, вон там. Там все вытаскивают из пакетов. Вон там наверняка, на досмотре. Где еще можно? Она его забыла на фуркорде, оставила и ушла. Блин, жалко, я не успел. А какие предметы сработали на металлодетектор? Ручной металлодетектор, ГОСТовский, Владимир. Ну вам ли это не знать? Вы же не один металлодетектор передержали в руках. И не только в руках. Должны. Я также я их вообще, знаете, не только в руках, я их еще и на чем я их только не крутил. Да? Ваши металлодетекторы. Вы фокусник просто. Я маг и чародей. Антиф.
Антиблогер будет. Причем тут антиблогер? Мы за закон или вы нет? А я тоже закон. Вот а я говорю одним. Какой закон я нарушил? Объясните мне. Вы какой закон нарушили? Да. Лично вы? Лично я. Вы мне препятствуете. Нет, вы, пожалуйста, можете идти. Нет, деятельности моей препятствуете. Как, в чем? Я на службе нахожусь. Я же вам пояснял. Я вам показал есть документы. Предписание? При чем тут предписание? Ну что ж вы, учите законы. Вы, а хорошо, вы сомневаетесь, что я журналист? Вы сомневаетесь, что я журналист? Сомневаюсь. Сомневаетесь? Чем я? Покажите мне. А, так я показывал. Не. Дмитрий, но ведь все запечатлено. Ничего я не прочитал, что-то бумажку показали какую-то и все. Быстро ее убрали. Вы заставляете... Зафиксировать можно вашу выставку? Пожалуйста. Если человек имеет разрешение, секундочку. Фотографировать что-то будете? Ну, вы же разрешили зафиксировать. А вот вы не разрешали свое удостоверение снимать? Я не знаю, почему. Вы мне свое, я вам свое. А, это баш на баш только, да? А вот как бы просто так нельзя, да? Ну какой, левый, правый? Или в оба? Сейчас вот так, с вашего разрешения. А вам какой баш нравится? Мне нравится справа, вот по внешнему виду. Вы везде. Видите, я не скрываюсь. Все, спасибо. Какие такие удостоверения подают? На работе. Все правильно. Ну, а купить где можно? Купить? Вы что, хотите, чтобы я вас на какие-то уголовно наказуемые деяния сподвиг? Ой, заново, наверное, надо сказать, да? Да. Подождите, я не успел. Вот. Вы предложили, ой, вы спросили сейчас, а где удостоверение журналиста купить, да? Я говорю, получаете их, получает их на работе, их выдают. Какой репортаж сейчас в данный момент проводит? Я мешаю вашему репортажу, а какой репортаж, в чем он заключается? Сейчас, в данном случае, я вижу, с ним человек, мой коллега общается с другим. Я это должен заснять. То есть у меня задание осветить это потом. Журналист имеет право толкать сотрудника охраны? Я вас так прям толкал, прям, да? Прям обзывал, может быть? Оскорблял? Был. Унижал? Был. Заставлял отжиматься? Заставлял заниматься гомосексуализмом? Ну, заставлять не заставляли. А вы по собственной воле этим занимаетесь, да? Нет, я этим не занимаюсь, к сожалению. А хорошо, я посмотрел, мне понравилось. Блин, жарко здесь, да? Я вообще не говорю. Поделяю. Я бы согласился. Но в океане я потом не зашел. Владимир, репортаж какой? А? Репортаж в чем заключается? Вы мне мешаете, я не знаю. Я же должен... Я же репортаж-то идет. Я же не понимаю. Ну, стоп-чоп, например. Стоп-чоп. Это что такое? Остановить чоп. Это официально, что ли? Да. Остановить чоп? Ну, чоп, который нарушает права граждан. И ваши свободы. Права в чем нарушили? Вот я весь стою мокрый, потный, это все из-за вас. Нет, это вы по собственной воле. Нет, я бы давно уже ушел, если бы вы перестали свои проводить противоправные действия в отношении неограниченного числа лиц. Кого? Неограниченного числа лиц. Кого? Вы можете показать, кого? У меня есть вот этот человек. А это кто? Человек, которого права нарушаются в данном случае. Во втором, жалобы поступали от третьих еще лиц. То есть неограниченное число лиц, чьи права вы нарушаете. Я вижу, подтвердилось. Же, Владимир, а зачем же вы нарушаете свои права? Оскорбляйте человека, переходите. Свои или ваши? Вот три человека, они готовы доказать, что вы так... Где три? Ну там их больше. Пять, да. Ну, сколько? Раз, два, три, четыре. Я готов подтвердить свои слова. А кто из них? Все. Че, старый? Подтвердить. Старый гвардеец тоже? А молодой гвардеец? В чем? Все. Ну, покажите мне пальчиком. Там их, во-первых, четыре фараоновца. Вы говорите, трое. Полицейских там двое. Ну, а у них написано фараон. А еще у них имена и фамилии, надо, они... если вы не читаете. У меня память, плохая память. Да? Я же не буду говорить. Как же вы... Смотрите, я только что назвал полицейский. Я что, буду его по имени называть? То есть вам не надо, да, у вас камера? Да. Ну, я запоминаю. Я фиксирую все события на камеру. Я вас прижу. Вы же тоже? Чтобы не забыть. Ну, на самом деле, я не только для этого, а для того, чтобы тут это, руки не выкручивали. Ну, я смотрю, вы этим не будете, наверное, не будете. Ну, я рад очень сильно. Под камерой вы это не делаете. У нас все законно, мы за закон. Никого не бьете? Нет. А я, нет, на самом деле жалобы были именно на применение физической силы, поэтому как бы, я уверен, конечно, под камерой вы это уже не будете делать при этом количестве полицейских, но если бы вдруг... Вы смеетесь? Я всегда смеюсь, я веселый человек. Ну, какие физические силы, для чего? Ну что, он все уже уходит? Кто? Нарушитель. Недосмотренный. Он интеллектуально все. Больше не может общаться.